Здорово, народ! Стартует у нас, значит, розыгрыш. Прям очень-очень сочный и жирный розыгрыш с одним очень прекрасным человеком. А раз уж розыгрыш очень сочный, то и условия немножко тяжелые. Вам нужно быть подписаны на меня, поставить под этим видео лайк. Ну и два самых-самых важных условия, то что вам нужно быть подписанным на телеграм-канал, который будет по ссылочке в описании. Ну и, естественно, ставить свой телеграм-никнейм и свой ID в PUBG. Три призовых места, награды которых вы тоже увидите все в описании. Ну а также на этом телеграм-канале производится продажа брони и оружия в метро. Желаю вам удачи, выигрывайте и играйте. Ну а мы переходим к самому главному в этом видео. Данный человек входит в топ-35 по киллам Европы. Да, у него почти 2000 убийств. И естественно, баги он просто-напросто ищет по приколу. И да, он нашел очень-очень офигенный баг, которому просто нет цены. Предыстория. Написал мне ВКонтакте, сказал, что знает один очень офигенный баг, и решил запечатлеть его на видео, чтобы поделиться с другими людьми. А этот баг именно на третью карту. С помощью этого бага вы сможете перебраться через стену еще в первую минуту начала игры. А все, что вам нужно, это просто вот такая вот дырочка в заборе, которых по карте очень-очень много. И с помощью каждой из таких дырок можно попасть, естественно, за карту. Для этого вам всего лишь понадобится один очень хороший друг. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно встать вот таким вот образом и зажать бег. То есть вам, по сути, нужно протолкнуться вот в эту вот дырку. Как вы понимаете, она не такая уж и маленькая, и друг вас, толкая, может просто-напросто выпихнуть вас за стену. Сам лично я делал это первый раз, да и он делает это тоже не в сотый раз, поэтому у нас не получилось сделать это так быстро, как хотелось бы. Ну а данное место находится с левой верхней части третьей карты. Итак, вам нужно зажать автобег и делать так, чтобы друг вас толкал вперед. Ну и после нашего минутного старания у нас, естественно, все получается. Но вылезти оттуда можно лишь одним способом, и это найти любую вышку. А по карте их очень-очень много, поэтому вылезти вам особой проблемы не составит. Ну а также с тех же вышек или заняв какую-то хорошую позицию, вы уже, в принципе, можете убить кучищу врагов и забрать у них весь лут. Теперь на третьей карте сможете нафармить кучу шестых сетов. Ну и вот, кстати, это самая первая вышка, до которой я добежал, и в принципе из нее вылезти проблемы вам уже не составит. Ну а давайте мы перейдем ко второму похожему багу. Итак, краш сайт, вы забираетесь на ящичек, синенький ящичек, и естественно просто прыгаете вот на эту вот точку и через нее перецепляетесь. То есть вам просто нужно потапать на перепрыгнуть и естественно перекувырнуться через нее. Это, естественно, фишка для другого спавна. Думаю, уже ни для кого не секрет то, что через другие места тоже можно пробраться, через правый верхний угол или также через нижний левый. Ну а также, естественно, во всех местах, где есть дырки в стене. Ну и если вдруг вы залутались и хотите каким-то образом выжить, то, естественно, вам тоже можно им воспользоваться. Убив кого-нибудь в шестом, вы можете все это дело забрать, ну а также перелезть через какой-нибудь баг и уж все это дело сохранить. Поэтому пользуйтесь, я думаю, то, что эти баги просто бомбические, это очень крутые баги, которые, естественно, вам помогут выживать на третьей карте и также помогут неплохо так подняться. Ну что ж, на этом вроде бы все, обязательно участвуйте в розыгрыше. Ну и, кстати, вот вышка еще одна, через которую вы можете выбраться, и, в принципе, вот ваш уже респа, и вы можете просто-напросто выйти отсюда живым и невредимым. Ну, а итоги мы подведем в пятницу, 4 ноября. Всех жду, всех люблю, всех обнимаю, вы просто лучшие. Ну, естественно, я с вами прощаюсь. Не болейте. Пока.